Приветствую всех из Одессы. Сегодня 19 ноября 2023 года. В Одессе выпал первый снег. Правда, говоря, он выпал еще ночью, потому что на улице наблюдались такие небольшие, малюсенькие такие, знаете, сугробики по наметалу за ночь. Вот, там где какой-то уголочек или где-то под бордюром. Вот, а сейчас прям такой пошел снег, его, правда, слабо видно. Вот, но тем не менее идет. Само собой, разумеется, сразу тает. Вот, но снег есть, поэтому всех одесситов поздравляю с первым снегом. Такие дела у нас. Погода продолжает быть ненастной, немножечко штормит, дует сильный ветер. Не такой, конечно, как вчера, но тем не менее ветер продолжается. Значит, кстати говоря, там сообщают о том, что по городу упало порядком 150 деревьев. Сейчас вам даже скажу точные данные. Значит, в Одессе уже более 150 поваленных деревьев и больших веток. Зафиксировано 28 прорывов проводов наружного освещения, а также 18 повреждений контактной сети и двух остановочных комплексов. Об этом сообщили в горсовете. Также касательно непогоды, значит, есть такая информация о том, что 50 населенных пунктов в области остались без света из-за непогоды. Какие дела у нас? Ну да ладно. В природе нет плохой погоды, как говорится. Погода плохая, зато снег первый пошел. Всем хорошего дня. Мирного неба, до встречи в новых видео, пока.